Всем привет! Вы на моем канале Сметанка вяжет спицами. Меня зовут Настя, и в этом видео я покажу, как вязать вот такой красивый узор. Называется он букеты. Вяжется очень просто. Раппорт узора 6 петель и 8 рядов. На спице нужно набрать количество петель кратно 6, плюс 1 петля для симметрии и 2 кромочные. Я на спице набрала буквально 3 раппорта. Набрала я обычным способом и начинаем вязать. Первый ряд раппорта. Первую кромочную снимаем, не провязывая, последнюю вяжем изнаночной. Вяжем первый ряд. Кромочную снимаем и первый ряд мы вяжем просто все петельки лицевыми до конца ряда. В конце последняя петля лицевая и кромочную вяжем изнаночной. Провязали первый ряд раппорта. Второй ряд. Первую кромочную снимаем, вяжем первый раппорт. Одна лицевая петля. Дальше нам нужно провязать 5 петель следующим образом. Продеваем спицу в петлю, как будто мы вяжем изнаночную петлю. Теперь мы делаем 3 оборота вокруг спицы рабочей нитью. 1, 2, 3. Теперь вот так вот придерживаем и вытаскиваем петлю. Вот таким образом у нас должно получиться. 1, это 1, 2, 1, 2, 3. Вытаскиваем петлю. 2 петли провязали. 3. 1, 2, 3, 4, ой, то есть 3, вот наша лицевая, 1, 2, 3, 3 петли провязали, 4, 1, 2, 3, 4 и 5, 1, 2, 3, провязали 5 петель. Мы провязали первый раппорт. Второй раппорт повторяем точно так же. 1 лицевая и 5 петель с 3 оборотами. 1, 2, 3. 1. 2, 3. 2. 1, 2, 3. 3. 1, 2, 3, 4 и 5. 1, 2, 3, 5. Провязали второй раппорт и так далее до конца ряда. Провязали третий раппорт. В конце остается петля симметрии лицевая и 1 кромочная. Ее вяжем изнаночной. Мы провязали второй ряд узора. Третий ряд. Третий ряд. Первую кромочную снимаем. Вяжем 1 изнаночная петля, наша петля симметрии. Далее рабочая нить остается за работой. Теперь снимаем 5 петель. Вот так вот. 2, 3, 4, 5. Мы сняли 5 петель. Теперь нам нужно сделать вокруг них 2 оборота рабочей нити. Она у нас осталась за работой. Перемещаем рабочую нить вперед. Переснимаем на левую спицу снова наши 5 петель. Рабочую нить перебрасываем. Мы сделали 1 оборот. Делаем 2 оборот. Возвращаем петельки на левую спицу, перемещаем рабочую нить вперед, возвращаем 5 петель на левую спицу, перебрасываем рабочую нить. Мы сделали 2 оборота вокруг 5 петель. Теперь их переснимаем на правую спицу, не провязывая. Вяжем 1 изнаночную. Провязали первый раппорт. Второй раппорт мы повторяем. Рабочая нить за работой.
Снимаем 5 петель. 2, 3, 4, 5. Делаем вокруг них. 1, 2. Сделали 2 оборота, пересняли на правую спицу. И так до конца ряда. Одна изнаночная петля. И последнюю кромочную вяжем изнаночной. Провязали 3 ряда. Четвертый ряд. В четвертом ряду мы вяжем все петельки лицевыми. Абсолютно все. Все вытянутые петли тоже у нас лицевые. Аккуратно. 2, 3, 4, 5. Так, вяжем до конца ряда. Мы провязали 4 ряда рисунка. Вяжем 5 ряд. 5 ряд мы вяжем снова все петельки лицевыми до конца ряда. Последнюю вяжем кромочную, изнаночную. 6 ряд. Так, в этом ряду нам нужно будет делать такие же обороты вокруг петли, но мы будем делать уже в шахматном порядке. Смотрите, у меня здесь идет сначала вот таким образом, а потом идет в шахматном порядке. То есть мне нужно следующий цветочек разместить между двух цветочков. Вот таким образом. Вяжем. Первую кромочную снимаем. Вяжем 4 петли лицевые. 1, 2, 3, 4. И снова делаем 5 петель с 3 оборотами вокруг спицы. 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. Это 2. 1, 2, 3. Это третья петля. 1, 2, 3. Это четвертая петля. 1, 2, 3. Это пятая петля. Провязали 5 петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Одна лицевая. И снова 5 петель с 3 оборотами. Провязали 5 петель с 3 оборотами. Так, и в конце у нас остается 4 лицевые петли. 4 лицевые и кромочная. Мы провязали 6 ряд. 7 ряд. Вяжем 7 ряд. Первую кромочную снимаем. Вяжем 4 изнаночные петли. 1, 2, 3, 4. Теперь рабочая нить остается за работой. Снимаем 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем вокруг них 2 оборота рабочей нитью. 1, 2. Сделали 2 оборота. Перемещаем их на правую спицу, не провязывая. 1 изнаночная. И повторяем. 1, 2, 3, 4, 5. Рабочая нить у нас за работой осталась. Делаем оборот вокруг 5 петель. 1 оборот. И второй. Перемещаем на правую спицу, не провязывая. 4 изнаночные. И кромочная. Мы провязали 7 рядов.
вяжем 8 ряд, все петельки лицевые, 1, 2, 3, 4, наши 5 вытянутых петель мы тоже вяжем их лицевыми. Последнее вяжем кромочные. Вот и все. Провязали мы 8 рядов раппорта. Далее все повторяется с 1 по 8 ряд. И вот уже видите, у меня 3 цветочка здесь. И у нас получается вот такой вот красивый ажурный узор. Супер. И на этом все. Надеюсь, мое видео вам было полезным. Ставьте класс, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!